Всем привет! Сегодня у нас большой день. Нам привезли новый матрас, который мы купили за 5000 фунтов. Но это 5, почти там 6, 5,5. В общем, вот это вот идет вот на эту нашу кровать. И сейчас они придут и будут его тащить. Как они будут его тащить, я не знаю. Но я вам покажу, если интересно. Да. Несчастные. Оли. Да. If this ceiling was a bit higher, then it would have been, different. But... Я вам показываю наш новый матрас. Господи, как они его перли! Никак не залезал в эту между верхом лестницы и потолком, там застрял. В общем, вот, это называется гипноз. Это бренд, который используется в королевской семье. Букингемский дворец весь вот в этих матрасах устелен. Вот. И, в общем, здесь вот такая штука. Он дорогой. Он на сейлс был чуть меньше 6000 фунтов. Это 5,5, что ли, там 5800. Не помню. Значит, вот такая штука. Это hard mattress. Жесткий считается, жесткий. Но там жесткость обусловлена наличием пружин и упругостью пружин самих. Вот, и поэтому, хотя вот это они делают очень таким мягким все, мягкое, но упругое. И вот такая штука, топа сверху, это как бы, ну, чтобы мягко было спать, но он не должен прогибаться. Мы купили тот мягкий, слишком был, и он был как бы... вам сказать. Да, слишком мягкий. Вот так вот. Вот, и он у нас прогнулся очень быстро. Ну, как, за 3 года. Должен был, конечно, бы, по идее, подольше. Ну, в общем, вот. Новый матрас, новые сны. Вот так. Где же тут написано-то? Пытаюсь найти. Наверное, с другой стороны, что ли, это самый лейбл. Вот. И вот эта штука вот на таких ремнях, на этих... на липучках, то есть можно, если хотите, надоест, то повернуть, поменять, перевернуть, то есть не только так повернуть, но и перехлестнуть. В общем, вот так. Ну, вот так. Сегодня, значит, что у нас? Сейчас я вот это все постелю, все дела сделаю, и мы с вами начнем делать выкройку жакета. Не жакета, а жилетки вот этой, которую я купила в Испании. Итальянский бренд. Я поняла, как очень легко и быстро сделать. Я купила материал. Материал был доставлен. Все. То есть мы с вами вот это вот сегодня раскроим. И я вам покажу, как это делать. Ну, пока.